60-летнему юбилею открытия Шаимской нефти и 55-летию города жители Урая получили крытый хоккейный корт «Югра-Арена». Строительство его началось 2 года назад с учетом всех международных стандартов. В ходе рабочей поездки на открытии нового спортивного объекта побывала губернатор автономного округа. Наталье Комаровой и президенту нефтяной компании «Лукойл» Вагиту Алекперову, при поддержке которых был реализован проект, был вручен памятный подарок – форма с эмблемой хоккейной команды «Шершни». Помимо хоккея, ледовое поле с искусственным льдом станет площадкой для фигурного и массового катания. На трибунах спорткомплекса смогут разместиться около 100 зрителей.